Всем привет! Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Я смотрю, понравился народу новый режим. Поэтому давайте еще партию сыграем. В этот раз я буду играть за скитальцев, ну, потому что уже сектантов выбрал хост за меня. Мне кажется, вот сектанты в данном режиме самый лучший выбор. Но я за них, правда, еще не играл. Взял скитальцев, потому что пехотинцы и пулеметчики, а также гражданские юниты в общем построении с ними быстрее передвигаются по лесам, тропическим лесам и холмам. Я думаю, это одна из важных способностей тоже в этой игре. То есть я промоушены брал, во всяком случае, играя за фанатов. Попробуем сейчас победить за этих самых скитальцев. Немного информации идет про добровольных скитальцев, прямо скажем. Ну, не сильно фракции различаются, это понятно. Опять же, повторю правила игры. Нам надо спасаться от красной угрозы и... вот непонятно, куда идти, пока карта вообще не исследована, да? Давайте попробуем так. О, руинки. Давайте тогда объединим. О, еще руинки. Так, это хорошо зашел. Здесь будет появляться в скором времени... Не в скором времени, через 10 ходов. Красная зона, которая будет наносить нам существенный урон. Опыт получил. Ну, я бы юниты получал. Противотанковый юнит. Это интересно. Ну, куда сходим? Пустоши трясина. Давайте сюда. Пока непонятно просто, в каком месте мы находимся и куда... где будет безопасная зона, поэтому пока вот двигаюсь сюда вниз. Исследую территорию. Ну, может, я вот этим, кстати, вверх пойду. Может, там тоже какие руины есть. А этими ребятами дальше... Желаю удачи соперникам. Апну пехотинца. А, видите, у него тут сразу и... Давайте к радиусу обзора возьмем. По-моему, тоже хорошая вещь. Значит, этими вниз я решил, а этими вверх. О, отлично. Еще руинки. Так, продолжаем исследовать эту территорию. Еще руинка. Отлично. Так, пехотинцев. Я уже могу трех пехотинцев в армию объединить. Так, здесь понятно. Предварительно. Здесь понятно. Этих пехотинцев, пожалуй, буду объединять в корпус, как минимум. Ага. Знаете что, схожу туда. Так, это же не руинки, это просто валяются обломки. Просто валяются обломки. Ну, в комментариях к прошлой партии, конечно, писали те люди, кому понравилось, кому не понравилось. Но у меня по ощущениям это динамичная форма довольно. И мне кажется, вот этот режим должен особенно нравиться тем, кто воевать любит в ЦИВе. И не нравится тем, кто любит развитие. Могу ошибаться. Так, объединяем в корпус. А это вот сюда, видим, чтобы с этим корпус объединить. О, еще нашелся. О, интересно, а вулканы тут работают? Я хочу, конечно, тут еще взять руины города. И, вы знаете, надо почаще воду использовать. Я, конечно, сейчас буду получать урон, но он намного меньше, чем 10. И по воде юниты дальше бегают. Дальше плавают. Я не знаю, сколько клеток, кстати. Не могу я сейчас посмотреть. Не могу посмотреть. 8 урона. Ну, слушайте, 8 это довольно многовато. Все равно. Еще пехотинец, варвары. Кстати, можно сюда сплавать.
Да и сюда можно спать. Но я бы сюда спал. Блин, я бы дождался, кажется, 4 хода. Это уже довольно скоро. Еще пехотинец. Ладно, давайте 2 корпуса сделаем тогда. Поставить, может, полечиться пока. Слушайте, кстати, а почему этот пехотинец? Ладно, пехотинцем я поплыву, а этими ребятами постою. Почему полечиться нельзя? Ладно, я просто не буду двигаться. А, я уже выслал, они уже походили. Угу. Смотрите, я где-то, по-моему... Ага, вот варвары. Этим постоим. Плывем сюда. А, вот где варвары появились. Может пойти разобраться с этим лагерем? Ну, все-таки он даст что-то. Трясина, к сожалению, убирает очки перемещения. Умри, скаут. Он, кстати, не умирает с одного выстрела. О, слушайте, его кто-то долбит. Или долбит. А давайте мы не пойдем сюда. Или постоим хотя бы. Ну, поселенцам я уже не хочу сюда идти. Что тут явно кто-то стоим. Кто-то наносит урон этому лагерю. А у меня тут как бы не вся моя армия совершенно. Спасибо. Спасибо, и мы, пожалуй, улетим отсюда, если ты не против. О, тут еще руинки. Так. Встанем сюда. Стоим, ждем, где красная зона будет. Еще пехотинцы. Ну, надо уже из пехотинцев сделать какую-то армию. Угу. Так, короче, валить отсюда надо. Отсюда надо валить. Кто у нас зеленый? Он там лечится. Блин. Что, не могу съехать, да? Так, ну этими точно надо валить отсюда. Ага, вон где безопасно. Поплыли в безопасную зону. Я, наверное... Ну, этим я захвачу лагерь. Этим валим в безопасную зону. Вертолетом я даже не буду убивать его. Валим просто в безопасную зону. Центр безопасной зоны. Да, идем. Так, зона пошла. Так, а он у нас кто? Он у нас мутанты, то есть у него тут бонусов, в общем-то, никаких нету. У него бонусы только в его красной зоне появляются. О, сюда надо сходить. Здесь груз. Е, одного победили. Здесь сюда не пойду.
Так, это он отключился. Того, кого победили. То есть у кого-то уже два поселенца сейчас есть. Неужели мы сюда переправляться? Прям даже интересно. Могу тут по пути с варварами, кстати, разобраться. Получу юниты. Наверное, так. 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 Сюда пойдем. Так, этим. Да ё-моё. Ну, вообще, как, нормально, что тут варвары. Давайте, наверное, и лагерь, и припасы заодно. Заберем. Сначала надо атаковать пехотинцев, потому что у ПТ-команды бонус против... против вертолетов. Так, здесь стоим, лечимся. Стоим на месте. Уже возьмем к радиусу обзора. Он, наверное, поплывет сюда, но я должен... С другой стороны, нафига ему плыть, если он тут в безопасности? Вертолетик. Армия вертолетиков. Блин. Тяжеловато тут будет. Знаете, я, наверное, даже вертолет туда поведу. Пока у нас просто... просто выживание. Хотелось бы побыстрее с этим расправить, потому что красная зона дойдет и дальше пойдет. Она... ждать не будет. Да ладно, ну ваншот же показывала. Давайте апнем лучше. Видите, вот все проатаковали, я специально апнул, чтобы... О, доступно и тут доступно. Давайте сделаем так. И... так. Здесь добиваем парня. Тут надо плыть. Он, конечно, будет терять... здоровье, но иначе будет просто медленно. Опа. Так, идем просто в центр безопасной зоны, вот сюда приблизительно. Не факт, что, конечно, сюда будет схлопываться, но мы постепенно продвигаемся туда. Так, у нас, давайте, наверное, корпус вертолетов сделаю, а не армию пока. Это не очень удачно. Это кто у нас сектант? Вот он видит моего поселенца. Вот в этом и прикол. Что у нас здесь? Артиллерийский юнит. Прикольно.
дальнобойных атак возьму. Блин, вот этот чувак, конечно, не очень. Это то, что он тут мне не очень нравится. Да блин, серьезно? Он отступает, кстати. Блин, хреновый проход такой. Ну вот... Он мне очень не втянул. Ну, конечно, еще и забрал из моих руинок, я считаю. Все. И он меня видит, вот прикол этих сектантов. Ну, это вот чувак-хост и сразу себе сектантов взял. Мне тоже кажется, что они самые крутые здесь. Серьезно? Это интересно, то есть ты мне подставил. Но одного убил. При этом. Блин, тут хреновый проход. Ой, тут еще зеленый. Как бы зеленого вот на этого сектанта. Может мне подступать немного? Как вы думаете? Ясно, зона контроля, да, зона контроля есть. Надо попробовать сюда встать, сюда ПТ-команды и поменять их местами. Ну нет, ну бля, ну почему он не менялся местами? Ну, шестая цива. Ну ладно. Хотя бы так. Вот бы еще зеленый на него тут начал нападать каким-то образом. Так, теперь у меня два поселенца. Значит, а у этого один остался. То есть пока... И вот мы сейчас втроем тут будем месить друг друга, похоже. Что, конечно, не очень хорошо. Пулеметная рота. А, ну пулеметной роты у меня уже нету, чтобы апать ее. Да, не очень хорошая ситуация. Мне не очень нравится. Но он меня, например, ПТ командой не может атаковать здесь. А насколько он стреляет? На 3. То есть, в принципе, это неплохая. Неплохой юнит. Нет, ну зеленый, что ты ко мне лезешь? Слушайте, может эвакуируемся отсюда? Куда-нибудь. Блин, тут еще он и ходит. Блин!
Знаете, я хочу эвакуироваться, я хочу по морю поплыть туда, где меня не знают. Охранительные грузы с припасами. Блин, тут еще и высадиться невозможно. Долбаные. Долбаные скалы. Я буду терять здоровье в воде, но я не хочу с белым воевать. У меня два поселенца есть. Точнее, скажем так, я бы с ним повоевал, если бы не было вот тут зеленого еще внизу. Зеленый, походу, на меня агрится. Ну, потому что я с ним повоевал. Вот тут у него руинки отбил. А еще двое, это фанаты и выживальщики судного дня, вообще фиг знает где.
Ой, блин, ребята, я прошу прощения. Выключен микрофон был, я не знаю, сколько я тут не комментировал. Смотрите, пришел зеленый. И я думаю, что надо отжимать у него. Причем он, по-моему, меня не видит. Вот сейчас. Надо отжимать у него этого поселенца. Блин, отступил. Не уходи. Половину сношу. Надо захватывать землю. Блин, тут белый, зеленый. Такое ощущение, что все просто боятся друг с другом повоевать немного. Я бы один... Вот я вот с зеленым сейчас не боюсь воевать, просто потому что все остальные куда-то отошли. Это прикольно. Хи-хи. О! У него есть еще поселенцы? Ничего себе. Вот это поворот. А как так? А откуда? То есть нашел в руинке. Ну, мне писали в комментариях, что можно еще и в руинке находить на самом деле. Ну, у меня три поселенца. У меня три поселенца. Ну я отступлю сюда и ПТ-команду выдвину. Давайте мы с зеленым повоюем. Пакета-танчик. Здесь мы постоим. Пакета пулеметик. А, блин, почему армия вертолетов не убивает? Короче, зеленого надо кончать. Зеленого надо кончать, ребята. У меня тут уровень получил. Ага, вот эти пехотинцы следующим ходом надо будет апнуть. Но мы на краю зоны, мы играем от края зоны, как говорится. Зеленого надо кончать, хоть кого-то вынесем. Что-то за окружение. Ну, у меня армия вертолетов, а у тебя одиночная. Пытаюсь РСЗО убить. Отлично. Радиус обзора у меня и так есть. Оранжевый. Ну, я надеюсь, что оранжевый там закусился с белым. Ядерка полетела. Нет. Интересно, а у меня... А мне ядерка вообще не приходила в этой партии еще. Интересно. Интересное решение. Ну, он просто мои юниты не видит. Он только два моих юнита видит, которые вот тут. Пытаемся убить этот вертолетик. Не знаю, почему не объединять. Может, не знаю, что объединять можно? Во. Кстати. Кстати, об объединении.
тем не менее. Фасткликер, Лёша. In the house. Опасный я тут, конечно, своими посилами гуляю. Теперь вот в этой зоне быть не хочется никому. Так, на тоненького, конечно, мы тут. Мы тут очень на тоненького. Почему никто других не выносит? Где этот компьютер, например, бегает, эти злобные фанаты? Где компьютер? Да я не пойду. Давайте прокачаем дальность. Угу. Ну, я думаю, что он тут накрыл как-то и оранжевого, и белого. Хочется верить. Варвары, конечно, не очень в тему. Но я зеленого подкосил немного. Все-таки хочется верить, опять же. Ну как так-то, ну? Куда-нибудь сюда схлопнется зона. Ну, получается так, что я просто бегу за зеленым. Я не знаю, конечно, на что он надеется. Но она сейчас явно от меня уйдет. Хотя если она где-то вот посюда встанет, так я тут еще могу постоять, полечиться. Эта команда прокачалась. Ух ты, плюс здесь боевую мощь получают другие юниты. К перемещению двукратный бонус за атаку с фланга. Давайте это возьмем. Или добьем уже варвара. Не, надо зеленого мочить. Надо мочить. Почему не переместился? Так, какой-то глюк легкий. Он, по идее, переместился, но нарисованных. Ух. Ух ты, блин. Так. Это готово. Очень. Странное отображение. Сбегаем из пекла. Я зеленому уже юнита 3, наверное, да, убил. А поселенца явно кто-то другой захватит, а не я. Фанаты, ну это компьютер победили. Нету ничего классного в том, что ты компьютер победил. Так, зеленый, где твой поселенец? Гибензимирбикте. А белый с оранжевым, интересно, где? Вот, остались сейчас живые люди. Ага, он проатаковал. Ну я мочу зеленого. Моя задача
его добить. Я так считаю. О, вот тут хорошая штука. Что-то может слетать туда вертолетиком? Угу. Там уже есть кому слетать, я смотрю. Не хотел я вертолетом его атаковать, прямо скажу. Ага, вот посел. Так. Я очень надеюсь, что оранжевый с белым друг друга мочат. Просто вот... Хочется в это... Смотрите, какая уже маленькая зона. Блин, еще один. О, слушай, походу зеленый убил этого. На самом деле. Так, давайте я в конце хода его проатакую. Зеленый убил фанатов-то. Откуда у него еще посел? Блин. В конце хода он уже разошелся в разные места. Что, надо попробовать захватить этого поселения. Слушайте, дикая маленькая зона уже. А нас четверо осталось. Четверо. Я, кстати, в очень неплохой ситуации, потому что... Ну, просто потому что... А где оранжевый с белым? Я не понимаю, почему, как они еще друга не вынесли? Вон оранжевый летит. А где белый-то? Я вот по краю подошел, в общем-то, в хорошее место, практически в центр зоны, и нахожусь в неплохой позиции. Здесь лечиться поставим. Сейчас зеленого должны добить. Я его даже трогать не буду. Я сейчас отойду со своими четырьмя поселенцами и буду чилить. А вы там разбираете, не понимаю, вот оранжевый... Нет, нет, спасаемся. Оранжевый, белый и зеленый, они должны вообще тут друг другу глотки грызть. А их почему-то не видно. О. Опа, танчик. Оранжевый танчик. Все, убили зеленого. Ну, большую работу по его убийству я провел, потому что я два поселенца у него захватил. У меня их теперь четыре. Вопрос только... Может мне, кстати, на воду спуститься и типа там... Отсидеться. Как вам вариант? Слушайте, у меня такое ощущение, что белый с оранжевым в тиме играют. То есть у меня нету другого объяснения, почему они оба живы до сих пор. Это реально тимплей какой-то. Ну, серьезно, они должны были друг друга убить. Они, наверное, и они первые... Вот, отмотайте на начало, если они первые два человека, которые в лобби сидели, то это они вдвоем играют просто. Я не знаю, в чем интерес тогда для людей. Типа, ну это полный бред, конечно. Но выглядит так, что они вдвоем просто играют. Иначе не объяснить то, что
они живы. Они должны были друг друга вынести. Не, мы, конечно, посмотрим, как дальше тут будут развиваться события, но... Я не понимаю, игра никакого рейтинга не дает, ничего. Смысл заходить вдвоем вот в подобную штуку, выносить всех, а потом друг с дружкой, что ли, развлекаться? Что за странные люди? Ну я просто, ну, они должны были друг друга вынести, вот просто должны. Сейчас, по-моему, все в каких-то углах своих зажались и все, и сидят. Это зависит от того, куда, куда зона схлопнется. Надеюсь на меня. Потому что я думаю, что эти два... Ага, еще один ход можно посидеть. Хорошо. Посидим. Вот это, кстати... как они называют? Груз с припасами. Тут оранжевый забрал, судя по всему. Ну, я неплохо, кстати. Все юниты вылечились. У меня армия вертолетов. Два корпуса пехоты. Три корпуса пехоты и корпус... ПТ команды и 4 поселенца. 4. Кстати, подождите, давайте мы так сделаем. Ой, кто-то подошел. Да ты охренел. По мне так больно стрелять. А вот где белый? Вот где белый? Объясните мне. Либо он просто сидит, чего-то ждет. Ну, мы же видели, что они рядом были. Несколько раз уже видели, что они были рядом. Что-то как-то зона не схлопывается. Еще один ход, да? Ну, подождем. Оу. Вот и белый. То есть вот тут оранжевый, тут белый. Ну вот, давайте смотреть. Просто интересно. Угу. Да я, блин... Всех поселенцев лучше на воду спущу, чем вам отдам. То есть он отступает, он, ну блин, ну это они тимплееры. Они вдвоем тимплеят. У меня нету других объяснений вот этой ситуации. Этот сектант, видимо, засвечивает, а этот нападает, потому что у него плюс 100% к силе. Ну серьезно, что это за гомосятина, ну, ребята?
То есть белого он в принципе не атакует, я так понимаю. Да. Во, ребята нашли, как побеждать. А давайте мы ФФА просто тимплеить будем. Не, я просто отведу поселенцев, чтобы они сдохли. Чтобы этим двум дебилам ничего не досталось. Ну посмотрите, ну что это за гомосятина? Идите нафиг. Пускай умирают все юниты. Но они... У меня просто нет слов в том плане, что они ничего не получают за это. Ну вот, он говорит, respect your fighter. Я им хочу дизреспект, вы тиммеры. Как можно быть такими мудаками? Вот расскажите мне, в игре, которая тебе ни рейтинга, ни славы, ничего. Зачем? Зачем собираться вдвоем и вот такое делать? Как можно быть таким говном? Вот просто. Я бы знал, я бы ни зеленого не выносил, ни... Я бы лучше зеленым тогда бы затимился. Умрет этот чувак. Ну, не знаю, напишите в комментариях. Я считаю, что я в этой партии победил, потому что два дебила — это сила. Я подебил, да, подебилдинг только что был. Спасибо, что смотрели. Пишите в комментариях, как вам нравится этот режим смотреть. В принципе, мне снимать нравится, если бы только вот не попадалось такие люди. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!